Дополнительное образование будет воображение, дает большой простор для фантазии. Здесь возможна реализация самых смелых идей. И для того, чтобы работать в этой сфере, нужно быть человеком увлеченным и творческим. Все это есть у педагогов дополнительного образования Славянского района. Мы побывали в отделении развития творчества «Жар-птица», на базе которого был проведен зональный семинар под названием «От первых открытий к большим победам». Из опыта работы по формированию мотивации к успешности у дошкольников в разных видах творческой деятельности. Руководители, методисты, педагоги из учреждений дополнительного образования Геленджика, Новороссийска, Темрюка, Абинска, Славянского и Красноармейского районов прибыли сюда, чтобы обменяться опытом. Я очень рада, что сегодня у нас на территорию приехали 6 муниципальных образований. И хотелось бы на следующий год, конечно, больше будем приглашать, будем развиваться в этом направлении. Тема у нас сегодня очень интересная, потому что дошколята – это всегда творчество, это всегда развитие, это всегда интерес. Интерес детей. Методист отделения развития творчества «Жар-птица» выступила с докладом по теме семинара. Успех педагога начинается с признания его детьми. Авторитет, личность педагога, его разнообразные интересы, достоинства являются залогом успеха у детей. Залогом успеха также является благоприятный психологический климат, обстановка жизнерадостности, разумное сочетание репродуктивных и творческих методов при организации деятельности учащихся на занятиях. Затем участники зонального семинара были приглашены на мастер-классы, которые провели лучшие педагоги дополнительного образования. Большой интерес вызвали занятия по декоративно-прикладному искусству, вокалу и английскому языку. С удовольствием услышала выступление психолога. Очень интересный взгляд она показала на то, чем мы занимаемся. Сейчас была на уроке английского языка для дошкольников, тоже несколько интересных идей. И я вот приехала сюда как бы на английский язык, собственно говоря, и узнала, что тут еще есть мультстудия, то, чем я тоже занимаюсь. Это для меня было неожиданно. Надеюсь, сейчас еще и с педагогом по мультстудии пообщаться. В отделении развития творчества постарались сделать все необходимое, чтобы семинар прошел успешно. И тема нашего семинара очень актуальная, потому что она посвящена малышам, дошкольникам. Это наш потенциал. Детки, которые у нас обучаются, самые маленькие, самые наши любимые и наша надежда. Родители – самые главные помощники. Мы очень рады сегодня принять у себя гостей, поделиться опытом, рассказать, чем мы сильны, поддержать друг друга. У нас очень много совместных мероприятий, вот именно на зональном уровне. После мастер-классов своим опытом работы поделилась педагог-организатор отделения развития творчества «Жар-птица» Анна Христофорова, а завершился семинар обменом мнениями за круглым столом. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».